Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайкоп, и добро пожаловать на прохождение Skyrim Special Edition. И сегодня у нас будет квест под названием «Прошлым погони за прошлым». Давайте поговорим с Сираной, что она хочет, что у тебя на уме. Это жрец мотылька Диксион. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю, я знаю, с чего начать поиски. Почему ты раньше ничего не сказала? Половина народа в твоей маленькой команде скорее убьет меня, чем станет разговаривать. Не лучшая обстановка для откровенных разговоров. Мой отец встретил меня теплее, а это уже о многом говорит. В чем же дело между вами двумя? Наши пути разошлись, когда он решил, что его судьба — выполнить то пророчество. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее, инструмент. Ну и где-то древний свиток? Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Ты говорил, что не знаешь, куда она отправилась? Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала это «там, где он не будет искать», словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Похоже, она проявляла осторожность. Может быть. Я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Она прячется у Стражи Рассвета. Они встретили бы ее еще менее приветливо, чем меня. Была бы кровавая резня. А поскольку Стражи Рассвета все еще здесь, этот вариант отпадает. Есть еще мысли? Заперта-то где-то, подумай теперь. Вряд ли. Она говорила, что будет бодрствовать на случай, если ситуация разрешится. Одна из нас должна была. А она куда более могущественна, чем я. Вполне логично было, что осталась она. Что-нибудь еще? Она прячется в замке Валькирия. В этом есть смысл. В замке есть внутренний дворик. Я когда-то помогала ей возиться с садом. Все ингредиенты для наших зелий были оттуда. Она всегда говорила, что отцу это место не по душе. Слишком спокойное. Не слишком ли рискованно оставаться в замке? Безусловно. Но мою мать так просто не испугать. Хотя... Я не думаю, что мы просто так пойдем и там ее увидим. Но посмотреть стоит. Главный ход нас не пропустит. Точно. Но я знаю, как попасть во двор, не поднимая шума. На северной стороне острова есть заброшенная бухточка. Прежние хозяева замка пользовались ей для завоза припасов. Туда выходит старый тайный ход из замка. Думаю, мы там пройдем. Пойдем к секретному проходу в замке. Это на той стороне замка. Вперед. Поехали. Так. Да. Что тебе нужно? А, все, она за мной преследует. Снова увидеть мой дворик. Замечательно. Так, я хотел, блин, еще выполнить побочные квесты. А сейчас, думаю, выполнять, типа, времени нет у нас. Давайте это на завтра, наверное, перенесем. Я сегодня хотел просто выполнить побочные квесты, но... Нам нужно было... Хоть бы вампиры напали на нас здесь. Не пришлось. Но нам нужно было с ней переговорить. Норм. Так, погони за прошлым. Давай телепортируемся туда. А, травяной стручок, отлично. Так. Подожди. Дойди сюда. Не если обойти нужно. Ну вот, в принципе, тропинка ведет. Так, давайте мы
Примем броньку. Так. Ах ты, жучара. Так это кто такие? А, эти обычные скелеты при том атакуют меня. Кто этим? Да, это обычный скелет, походу. Так, здесь завалено. А почему ты меня атакуешь? Тебя же они бьют. Хоть нелогично как-то. Кто еще холод нас пускает, я не пойму. А, ты че, чувак? Ой, тираны, извини. Так, ты свой, да? Так, подойдите. Скелет тираны, да. Еще, походу, древние какие-то вампиры, которые были превращены в стражи. Так что, ох ты, у вас большой. Стойте-ка, стойте-ка. Ожерелье. Что, застрял? Лох! Отлично. Нашли мы черный вход. Так. Монетки что тут разбросаны? Кто там? Господи, ты меня испугала. Бой близок. Так, а у кого увидели? Ведьма. Фига себе. Шо вы, шо мне накостыляли там? Кровавые тряпки. Блин, тут так темно. Реально. Тут что у нас? Тут, кстати, походу куда какая-то дорога. Бой близок. Так, ты кто такая? Фрагмент дневника, надо прочесть. Так, это собака. Я понял. Это тоже собака. Я чую слабость. А я вот не чую слабости. Так, тут что у нас? Черепа, черепа. Будь маленький ты мой. Упс. Так, алмазы, бриллианты.
костяная мука, дверь скрипучая. Сколько кто-то тут? Оп, так, фрагмент дневника. Пирские акробольные перчатки. Что это у нас тут? У войны какие-то тестемы. Коварство, книги какие-то. В принципе, и все, да? О, привет. Куда убежал? Не-не-не, наоборот. Так. Давайте призовем, в принципе. Так, скелеты. Кошмар. Так. Так, сохранится на всякий случай. А то нечаянно наступим на какую-нибудь ловушку. Никого не сдвинем. Так, а куда дальше? Ход по мосту. Просто надо было идти. Вперед. Привет. Все обгорелые книги, скелеты. Что это у нас тут? Соль мы заберем. Ой. Ну ладно. Так. Так, а как дальше? Вообще правильно иду? Вон чё. Вон как у них тут все заведено. Как все сложно подчиняемое. Так, тут что у нас наверху? Тут ничего интересного нет. Отлично. Так. Хотя там, смотрите, что-то было. Так, куда? Что за небольшой лабиринт? Этот путь ведет во двор. Иди прямо к двери. Ух. Мы добрались до внутреннего двора. О, нет. Здесь все разрушено.
Мертвые. Похоже, сюда до нас 100 лет. Этот проход вел в центральный зал замка. Похоже, мой отец его запечатал. Я обычно гуляла тут после ужина. Здесь было красиво когда-то. Это был мамин сад. Ты представляешь, какую красоту может создать мастер за 100 лет заботы и ухода? Она бы очень расстроилась, увидев это все. Постой. Что-нибудь нашел? Я понял, соединить как-то нужно. Да. Что тебе нужно? Что ты хочешь показать мне? Что-то не то с лунными часами. Не хватает символов, и круг как-то перекошен. Я даже не знала, что символы можно снять. Возможно, моя мама пытается что-то нам сказать. Я понял. Так, давайте находить эти символы теперь. Так, это отсюда мы вышли, если я не ошибаюсь, да? Символы символы. Так, 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 ищем, ищем. Ага. Спустимся. Так, символы, символы, где же вы? На дне ничего нет. Так, отлично, мы еще один символ нашли с вами. Всевластие. Не подходит. Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Так, а, ну получается еще один символ надо найти, да? Я понял. Так, где ж ты? Где? Угу. Отлично. Ну и походу все, я нашел все символы. Так, куда нам его поместить? Та-дамс! Никогда не была в этих тоннелях, но готова спорить, что они идут под двором, прямо в развалины. Никогда не видела эту часть замка. Будь осторожнее, я не знаю, что тут может оказаться. Угу. Хорошо. Как мило с вашей стороны, что вы заботитесь обо мне. Так, что это? Блин. Бочки всякие плавают. Ну что на скелет так плохо влияет? Отлично. Никто и не ждал.
Так. Куда нам дальше, товарищи? О, господи, ты мой. А ты чё не морозишься? Я аж испугался прям, если честно. Осторожен тут сейчас по-любому. Ой, горгульи вообще. Тут, ребят, этот. Небольшие проблемки там. Драка! А подожди, подожди. Кто меня бьет? Чара. Так. Броньку. Ну и в принципе. Ребят, поднимем наших. Махач, махач. Так, а где Сиран там? Что это за этой дверью у нас? Так. А, бочки, что у нас? Грибы какие-то. Где у нас? Так, тарелки выкинем. Миски всякие выкинем. Так, что это у нас? Стеклянные... Нет, это нет. Черепа. Все, завалили? Но я вас не сомневался. Красавчики. Всякие. Так, нет. Здесь что у нас? Тут все завалено, блин. Что за бардак? Утюг. Ой, нафиг утюг. Я вообще на ощупь, если честно, передвигаюсь. Сюда, не сюда иду. Я вообще, I don't know. Скелет какой сильный, блин. Блин, мы точно что, здесь были, получается? Или нет? Или все правильно, мы идем?
у вас тут? А? Тихо ты. Стой, а я, у меня есть лучше высасывание жизни, а разрушение... Чё это? Это колдовство, восстановление, крики, разрушение? Так, давайте крики. Жалостная сила, бесплотность, высасывание энергии. Фигня, конечно, но... Чё, будет высасывать сколько у него? Да. И чё? Нифига не высасывает. Это бесполезный крик. Почти тут. А. Так, подожди, что еще за крики мы можем при высасывании жизни... А это что? Высасывание жизни и энергии. Тут две у нас вообще каких-то. Так, гармония кинь, голос покоит диких зверей. Стык землю, пробужает сильную молнию, скорее нет, это нет. Дырка на бой тоже нет, дружба со зверем не то. Замедление времени нет. Дублиц героя слышит вас голос, присасывание время перемещает ему прийти к вам на помощь. Во, вот что нам нужно. А! Только этот крик надо откатить сначала. Сволочь такая, пошел прочь. Ой. Мощный, да, я так понимаю, какой-то боец мы призвали. Так, подожди, отсюда мы поднялись. И правильно, правильно. Этот ход куда нас ведет вообще? Ух ты, блин, темно. Тут оружие лежит, которое нам не нужно. Так. А это куда нас ведет? Если сказать, что тут запутано, то это вообще ничего не сказать. Ладно, запутано. Тут еще и темно, реально не видно, куда идти. Зачем делать, блин, такие темные? Так, испуг. Так, а кто меня? Что там, одного скелета так долго бьете? Кошмар. Какие сильные скелеты. Ну тоже в шоке, да, ребят? Какие тут сильные скелеты. Так, подожди. Я сожру твое сердце. Волк. М-м.
Здравствуйте. Так, тут что у нас? Закрытая дверь. Ну, это сейчас оживет, чувак, я так понял. What the fuck, нифига себе. Чувак, чела. Слушай, я так, блин, хотел посмотреть, где у нас разрушение. Да, разрушение. Высасывание жизни, что-нибудь такое. Гнев шмары. Искры. Испепеление. Ледяная буря, ледяное копье, ледяный щит. Петля висельника поглощает 26 3 секунды. Ну давайте. Так, а он, это самый мощный 26? Посмотрим, прикосновение нет. Вот это самый мощный, 40 походу, да? Удушающая схватка. Удушение, цепная элементарная вспышка. Ну-ка посмотрим, как он. Так, подойди. Да они меня все добавили. На секунду они на меня все стали врагами, ребят. Это было ужасно. Не думаю, что мы уже достигли самого верха. Где-то здесь должен быть тайный ход. Тайный ход? Тайный вход. Кто толкал только что лишь? Так, и для чего лестница тут? Непонятно. Мама обо всем позаботилась. Она всегда оказывалась умнее, чем я. Так, что мы куда прибыли? Посмотри только. Должно быть, это здесь. Я знала, что она увлекается некромантией. Это она обучила меня всему, что я знаю. Но я не ожидала увидеть такую обстановку. Посмотри-ка. Она, наверное, годы потратила, чтобы собрать все это. Что это такое? Не уверена насчет этого круга, но он точно особенный. Давай осмотримся. Где-то здесь должна быть какая-то зацепка. Она укажет, куда подевалась мама. Мама вела исследование весьма тщательно. Если мы сможем найти ее заметки, там должны быть подсказки. А здесь солидная лаборатория. Я и понятия не имела о существовании лаборатории. У нее в гостиной был алхимический набор, но ничего похожего на то, что есть здесь. Что она изучала? Судя по материалам и приборам, она вела какие-то исследования в области некромантии. Не знаю, определенно не ради вечной жизни. Для вампира это явно лишнее. Я такого не замечала. Моей маме всегда нравились магические создания. Нет, не подумай чего, просто она всегда находила их любопытными. Ага, я понял, я так. Я помню, она вела дневник. Попробуй его откопать. Я понял, так, подожди. Я помню, что мы что-то нужно приготовить тут. Так, отлично, какое-то зелье. Так. Богатую одежду мы не будем брать.
И все, что тут типа лежит, оно нам пригодится. Вот эти. Давно-давно, я помню, проходил, когда этот квест. И я прямо аж гуглил, типа, как пройти этот квест. Так, а у нас ничего нет, да, для изучения, в принципе, снять очарование нет. Кувшин, не то. Ползучая лоза. Так, дневник, она сказала ее найти. И дневника нет. А здесь дневника нет. Шит, снег откуда-то идет. Ага. Так. Здесь дневника тоже вроде бы нет. И где-то здесь должно написано быть. Как дела? Правда? Покажи скорее. Я знаю лишь то, что она мне рассказывала. У нее была теория о камнях душ, что души внутри них никуда не пропадают после использования, а отправляются в Каирн душ. Каирн душ – пристанище весьма могущественных существ. Некроманты отправляют им души и получают взамен магические силы. Мама много времени потратила, пытаясь вступить с ними в контакт, посетить Каирн душ. Круг в центре комнаты – какой-то портал, определенно. Если я все правильно понимаю, здесь приведена формула, которая откроет нам безопасный проход в Каирн душ. Горсть осколков камней душ, немного костной муки мелкого помола, изрядную щепоть очищенных солей пустоты. Ох, проклятие. Еще нам понадобится образец ее крови. А если бы мы могли взять такой образец, зачем нам вообще было бы тащиться в Каирн душ? Идея. Будем надеяться, сгодится. Ошибки при работе с порталами могут выйти боком. Ладно, хватит болтать. Пора начинать. О, хорошо. Тогда пойдем к чаше, и я все закончу сама. Ну, пойдем. Положи нужные ингредиенты в чашу и дай мне знать, когда все будет готово. Так, он автоматически положит, да? Ага, все. Тогда все остальное за мной. Мы готовы отправляться. Давай. Отлично, выполни, поговорить с Тираной. Что, давайте, ребят, наверное, на этом закончим. Сейчас она откроет портал. А дальше просто там большой, еще огромный мир нас, локация ждет. И это еще, наверное, на часик. Поэтому давайте я, наверное, здесь с вами и закончу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Даже сохранюсь. Давайте, всем пока.